студии программы «Вечер на Рифе» необычный гость, один из лучших Дед Морозов России. И он не из Великого Устюга, он из Перми. И недавно он стал участником съезда Дед Морозов в Ханты-Мансийске. Здравствуй, дедушка, расскажи, как это было? Ханты-Мансийск, нынче новогодняя столица нашей прекрасной родины. И там состоялся очередной, 11-й съезд Дедов Морозов со всей страны. Дед Морозы, Снегурочки из Казани, Перми, всей Югры, ну и массы других регионов приехали в этот прекрасный, красивейший город. И, собственно говоря, состязались, да и просто отдыхали и дарили сказку людям. Расскажи, Дедушка Мороз, как показали себя пермские Дедушки Морозы? Ну, что отрадно, мы лично ездили со Снегурочкой первый раз туда и привезли лауреатство за взрослые игровые программы. Ну и, собственно говоря, вот этот символ мне вручил главный наш волшебник, Дед Мороз из Великого Устюга, за победу в состязаниях. Кто же был признан лучшим Дедушкой Морозы в Ханты-Мансийске? Самый лучший дедушка, которого определило жюри, все-таки это конкурс, стал прекрасный, веселый, отличный, просто-напросто экспрессивный и позитивный дедушка из города Сургута. А большая ли команда была из пермских Дед Морозов? Два Дедушки Мороза, две Снегурочки и куча волшебных персонажей, которые приехали с нашей губернии. Что вы делали в вечернем Урганте? Насколько я понимаю, вы не первый раз туда приезжали? Ой, хороший мой, во второй раз действительно я к Ване приехал. Подал заявку, захотел рассказать о нашей пермской земле. Ну, на что Ваня, что отрадно мне, пригласил сняться да посоревноваться с другими дедушками. Финальная битва в чем заключалась? Я так понимаю, это был нелегкий поединок? Ну, знаешь, для нас, волшебников, нелегкие испытания – это все. Даже подарить ребенку конфетку, который в тебя не верит, это тоже нелегко. Поэтому, друг мой, скажу тебе просто. Там мы веселились, там мы отдыхали и, самое главное, дарили сказку телезрителям, дарили чудо тем, кто смотрит нас по телеэкрану. Ну, а теперь у вас, Дедушка Мороз, есть возможность поздравить пермяков с наступающими новогодними праздниками. Милые мои, дорогие и любимые пермяки, год 2018 объявлен годом добрых дел. Поэтому я желаю вам, чтобы вы были добры, веселы, чтобы загаданные вами желания были добрыми и позитивными. И тогда, мои хорошие, они непременно сбудутся. С Новым вас годом!